Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать обзор такого гаджета, так называемый телорегистратор или очки с видеорегистратором. Здесь имеется инструкция, правда, на китайском языке. Здесь и на английском, пожалуйста. Вот с этой стороны мы имеем английский текст. Зарядка 5 вольт, 350 миллиампер. Зарядное устройство USB 2.0, батарея 350 миллиампер-час. Поддерживаемая карточка 2 гигабайта минимум, 32 максимум. Разрешение 1280 на 720, формат AVI, 5 мегапикселей камера, скорость записи 30 кадров в секунду, 30 fps, минус 5, минус 40 температура. Плеер, Windows Media Player, QuickTime. Поддерживаются системы Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Что нас еще тут интересует? Все, собственно, ничего тут такого супер необычного нет. Ага, угол обзора 720 градусов, HD камера, ленс, ну, те же самые. Салфетка для протирки стекол. Стекла обыкновенный пластик, просто обыкновенный, никаких тут особых хитростей нет, просто пластик. И все. Имеется еще дистанционный пульт. Вот такой. На батарейке. Тут вставлена батарейка. Вот. Здесь слот для карты памяти. Далее. Откидываем. Имеется разъем для зарядного устройства. Вот такой. Разъем вот такого стандарта вставляется и можно заряжать. Идет в комплект еще зарядный блок, он отдельно. Здесь кнопочка reset, здесь отверстие под микрофон. Самое главное, что мы имеем тут очень эффектную, интересную кнопку включения. Сделано так незаметно и очень удобно, например, включать. Когда вы оденете очки, нажимаете сбоку, здесь загорается синий светодиод. А, нажали, вот он, синий светодиод, это идет запись. Если мигает, запись продолжается. Чтобы остановить запись, мы нажимаем еще раз кнопочку стоп. Ну все, сейчас запись прекратилась. С этой стороны мы имеем отсек для аккумулятора, кодекс сжатия 170, значит, угол обзора, и здесь инфракрасный приемник для работы вот с этим пультом дистанционного управления. Как работает пульт? Прежде всего, мы должны нажать кнопку включения. Далее мы нажимаем, например, кнопку камера. Камера остановилась. Нажимаем камера. Камера пошла. Далее выключаем.
Хотим сделать фотографию, нажимаем на фотоаппарат. С один снимок. Если мы хотим просто включить диктофон, нажимаем кнопочку диктофон. Светодиод синий мерц. Редко мигает. Очевидно, идет запись звука. Выключаем. Чтобы выключить полностью данное устройство, нужно нажать на красную кнопку выключения. Все, выключились. Одеваем. Садимся на велосипед. Едем. Если мы видим что-то интересное, нажимаем на эту кнопку. И запись пошла. Все, ничего не нужно больше выдумывать. Что нажимать, как, все просто. Очки довольно удобные, хорошо. Удобно сидят на лице. Вот здесь есть резинки. Вот с этой стороны, с этой стороны. Здесь тоже имеются резиновые такие мягкие. И очень простой вариант смены стекол. Вытаскиваем, вот, пожалуйста, стекло, берем другое стекло, достаем, вставляем. Таким образом они вставляются. Все. Здесь в центре стоит видеокамера. С разрешением 5 мегапикселей. Эти очки уже прослужили 2 года. Ничего не сломалось. Все работает. Единственная проблема, если долго мы не пользуемся этим устройством, аккумулятор, который находится вот в этом отсеке, может сильно разрядиться. Для этого мы берем отверточку, откручиваем 2 вот этих винтика, достаем аккумулятор, подключаем его к отдельному блоку питания, желательно регулируемому, и даем ему напряжение более 5 вольт. И аккумулятор восстанавливается. Ничего страшного, если он сильно сел и не сейчас данный аксессуар не включается, мы легко его восстанавливаем. То есть это приходилось делать несколько раз, потому что используются они в основном летнее время. Вот так. Все. На этом все.